Друзья, всем привет! Я Оксана Панина, и вы сейчас находитесь на моем канале, канале о путешествиях. Я турагент, путешествую по странам, осматриваю отели для того, чтобы своим туристам предложить самое лучшее для отдыха. Друзья, и сегодня мы с вами находимся в Турции, в отеле Барут Химера, который находится в регионе Сиде, приблизительно 60-65 километров от аэропорта Анталии. И я вам сейчас покажу этот чудесный отель. Я здесь уже нахожусь несколько дней. Сегодня у нас 11 апреля 2023 года. Прекрасная погода стоит в Турции. Отель шикарный. И сейчас я вас с ним познакомлю. Здесь у нас находится ресепшн, а здесь у нас лаунж-зона, где гости могут ожидать свой номер, пока они получают ключи. Здесь очень красиво, очень вкусно пахнет, аромат такой нежный. Здесь же есть бар, красивые интерьеры, мягкая мебель, все стильно. Модненько, окна в пол, панорамные, и из этих окон уже открывается фантастический вид на этот отель. Отель на самом деле очень красивый. Сейчас мы с вами дальше пройдем, и я вам все покажу. Природа в отеле просто невероятная. Друзья, сейчас я вам покажу очень интересную категорию номера в отеле. Это у нас комната. В комнате, собственно, как и во всех номерах, все одинаково. Кофемашина, чайный набор. Наполнение номеров одно и то же. А вот дальше, посмотрите, что у нас здесь. А здесь у нас бассейн. Данная категория номера называется Swim Up и подразумевает выход к собственному бассейну, который подогревается в холодное время года. Бассейны греются до 31 марта. На террасе в каждом номере находится стол, два кресла, два лежака. Рядышком растут пальмы. Посмотрите, какая красота. Как это все красиво выглядит. Бассейн окаймлен цветами. Все это так ярко, красиво, сочная зелень. И с вашего номера есть лестница в бассейн. И водичка в нем теплая-теплая. Теплая-теплая водичка. Друзья, из интересного, те гости, которые размещаются в данной категории номера, могут в определенные часы утром, допустим, с 10:30 до 12:00 и после обеда заказывать сюда на террасу своего номера напитки. Для этого нужно сканировать QR-код, который прилагается на брошюрке, ну и везде, как бы он, собственно, на территории и в номере находится отеля. И далее по QR-коду вы заказываете себе напитки, какие-то закуски, и там уже идет привязка к вашему номеру, вам доставят это все на вот эту вот чудесную террасу, где вы сможете прекрасно насладиться вкусными напитками и потрясающим видом. Данная категория номера комплектована под состав туристов 2+1. Здесь одна большая кровать и одна отдельная для ребенка, допустим.
И из интересного, смотрите, кто проживает в данной, данной категории номера, здесь есть такая фишечка, представлены 4 вкуснейших, нежно пахнущих аромата. Вы выбираете любой, какой вам понравился, ставите вот сюда, и сотрудники отеля будут наполнять вашу комнату этим прекрасным запахом. А еще у гостей будет вот такая красивая сумочка, с которой вы сможете ходить на пляж, на которой, да, фирменная сумочка, на которой написано «Барут Химера». Она такая изо льна, такая прикольная. И здесь уже у вас лежат полотенечки пляжные. Друзья, вот такой вот прекрасный номер. Пишите в комментариях, как вам такой номер. И хочу вам сказать такую вещь, что данный отель нужно бронировать заранее, желательно за полгода. Поэтому сейчас, кто планирует посетить данный отель, я вам очень рекомендую как раз-таки смотреть бронирование уже на осень. Потому что сейчас на май еще что-то можно взять, а вот летние месяцы уже практически отель заполнен. А на данный момент в отеле загрузка 90%. Также в номере есть шкаф. Здесь у нас отделение с вешалками. Отделение тоже вешалки, халаты. Есть гладильная доска, утюг. Также, кстати, в отеле есть такая функция, как меню подушек. Вы можете выбрать любую, которая вам понравится. Вот. И в этой части у нас в шкафу полочки. Есть тапочки в отеле. Ну, а это у нас ванная комната. Здесь у нас раковина. Здесь у нас мыльные принадлежности, мочалка и душ. Сантехника в номере хорошая, все работает, все качественное, все отлично. Дальше мы попадаем на территорию отеля. Она сказочная. Друзья, вы не представляете, насколько красиво весной в Турции и какие запахи именно в этом отеле. Почему? Потому что в этом отеле очень много вот таких фруктовых деревьев. Это лимоны, апельсины, грейпфрукты. И вот это вот дерево, оно не только плодоносит, оно еще и немножечко цветет. На нем есть цветочки, и оно безумно вкусно пахнет. Что-то напоминает запах, как жасмин, но с нотками меда. Запахи на территории стоят просто невероятные. Друзья, это не передать словами. Это нужно здесь быть, и это нужно почувствовать. Поэтому, друзья, я вас всех приглашаю в Барут Химера, потому что здесь просто невероятно красиво, вкусно именно весной. Сама территория у нас делится на две зоны. Есть общая зона и есть зона более тихая. Здесь у нас находится категория номеров Swim Up. Они с выходом к собственному бассейну. И здесь находится перед этими номерами вот такой бассейн. Он предназначен только для взрослых гостей. Здесь деток нет. Здесь более тихо, чем в центральной части отеля. Вот, поэтому, кто едет без деток, кому нужна тишина, релакс, пожалуйста, выбирайте эти номера. В этой же части находится у нас итальянский ресторан а-ля карт, который вечером работает как а-ля карт, а днем работает как снэк-бар. Мы заказали себе жареный окунь, картошечка, салатик с руколой с пармезаном, салатик капреза. Здесь у нас копченая, кто копченая? Копченая индейка, но она оказалась на пицце, хотя мы думали, что это будет просто копченая индейка. Ну вот таким образом получилось, ничего страшного. И у нас пицца 4 сыра. Вот такой у нас сегодня будет обед в итальянском ресторане. Друзья, это выбор спиртных напитков.
в итальянском ресторане, который работает как снэк-бар на обед и как а-ля карт вечером. Здесь приятная атмосфера, очень красиво, много зелени, красивые плафоны, светильники. Друзья, пробуем пиццу в итальянском ресторане. Она здесь очень вкусная, вкуснее, чем в баре, который на пляже. Мы вчера там пробовали, здесь она прям обалденно. Очень вкусный сыр, тонкое тесто, просто пальчики оближешь. Очень советуем. Вкуснятина! Друзья, если вы никогда не отдыхали в Турции весной, я вам очень рекомендую это попробовать. А, несмотря на то, что море еще прохладное, ну, во-первых, подогреваются бассейны и комфортно плавать. Погода прекрасная, 25 градусов. Ну и вот эти невероятные краски, буйство зелени, вот эти вот плоды, цветущие сады, это просто что-то, ну, просто невероятно сказочно. Поэтому, друзья, кто не был в Турции весной, обязательно попробуйте, и я вас уверяю, что вам очень понравится. Итак, друзья, я в месте, где скатываются с горочек. Здесь хорошо будет видно нам посмотреть, какие есть бассейны в отеле и какие из них подогреваются. Перед нами справа бассейн с подогревом. Внизу у нас тоже детский бассейн с подогревом. Глубина его 40 сантиметров. Бассейн для взрослых, который с подогревом, у него глубина 140 сантиметров. Дальше идет у нас центральный бассейн, самый большой. Он не подогревается. Дальше в отеле есть детский клуб. Многие, кстати, думают, что отель Барут Химера, он больше подходит для взрослых, либо парам. На самом деле это не так. В отеле шикарный детский клуб с большой зоной отдыха деток на свежем воздухе. Смотрите, у них здесь и детская площадка с горками, лазилки, батут, качели. И перед нами, прямо по центру, это как раз-таки вход в детский клуб. Сейчас мы с вами туда пройдем, посмотрим. Так что, друзья, у кого есть детки, пожалуйста, можно смело приезжать в Барут Химера и отдыхать. Есть еще комната с такими уголочками, типа маркет, магазин. Можно в магазин поиграть. Можно в кафетерии, ресторан, еда, приготовить. Эти ребятишки тут картошку варят, овощи моют, готовятся к обеду. Есть интересная доска Лего. Здесь можно взять элементы конструктора и что-то. Вот здесь на этой стене изобразить. В центре детского клуба есть такой диванчик мягенький. Девчонки здесь прыгают. С другой стороны у нас есть часть с шарами. В отеле есть, кстати, как открытые подогреваемые бассейны, так и закрытый. Здесь у нас находится закрытый подогреваемый бассейн. Отель не работает зимой. В этом году он открылся 1 марта, встретил первых гостей.
Сейчас мы с вами находимся в центральной части отеля. Здесь у нас бассейны, в которых можно отдыхать любой категории туристов, и взрослым, и деткам. Смотрите, данный бассейн не подогревается, но тем не менее солнышко греет уже хорошо, и водичка уже достаточно прогрета. Сегодня, напомню, у нас 11 апреля, 23 год, и смотрите, гости отеля великолепно себя чувствуют в бассейне, который даже не подогревается. Но напомню также, что в отеле есть и подогреваемые бассейны, открытые, и также есть бассейн закрытый, подогреваемый. В отеле хорошо будет отдыхать не только парам. Знаю, что многие думают, что отель Барут Химера больше подходит для взрослых, парам. Нет, это совершенно не так. Здесь очень много детей, здесь очень много всего для детей. Есть горки, есть отличный детский клуб в данной зоне, где главный бассейн. Здесь у нас находится также бар. Здесь вы можете заказать себе любые напитки, алкогольные, безалкогольные. Посмотрите, какие красивые здесь интерьеры, какие банановые пальмы, красивые стулья, столы, диванчики, мягкие подушечки. Вечерами здесь зажигают вот в этой экспозиции костер, очень красиво здесь играет вечером живая музыка. На данный момент в отеле загрузка 90%. Друзья, только вдумайтесь, это апрель месяц, представляете, что здесь летом. Поэтому даю вам ценную рекомендацию. Кому нравится этот отель, кто мечтает в нем отдохнуть, лучше о своем отдыхе позаботиться заранее. Пишите мне в WhatsApp, я вам рассчитаю на ваши даты тур и сориентирую вас по цене. Справа от нас находится главный ресторан, где проходят завтраки, обеды, ужины по системе шведского стола. Сейчас в отеле проходит завтрак. Завтрак у нас в отеле с 7 до 11 утра. Есть зоны на открытом воздухе, где можно покушать, и также есть зоны внутри помещения. Также внутри помещения зоны разбиты на зоны для семей с детками, для взрослых, если вдруг вы хотите, чтобы у вас было потише и меньше было деток, можете сесть в зону для взрослых покушать. Здесь вот такая вот симпатичная лужайка. Друзья, отель великолепный, просто влюбляет в себя с первого взгляда. Здесь настолько красиво, здесь такая потрясающая природа. Друзья, здесь нужно быть, просто нужно быть. Я постараюсь вам передать, конечно, всю красоту и свои эмоции, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому, друзья, я вас от всего сердца приглашаю погостить в этом отеле, а я вам, конечно же, с удовольствием помогу выбрать нужную, правильную категорию номеров. Именно для этого мы осматриваем все отели. Мы не только здесь живем, мы здесь еще и общаемся с представителями отелей, осматриваем каждый номер, смотрим, какие нюансы. Поэтому для своих гостей я всегда дам самую подробную консультацию и помогу правильно сделать выбор. Кстати, на территории отеля очень много вот таких вот экспозиций, различные животные, которые выполнены из вот таких вот коряжек. Знаете историю вот этих вот экспозиций? Если кто-то знает, напишите в комментариях, а я чуть ниже с вами поделюсь, что это такое и почему здесь такие экспозиции стоят. Смотрите, для деток есть детская площадка, есть качельки.
Отель по территории небольшой, компактный. Данная дорожка уже нас ведет с вами к морю. Но места на самом деле достаточно и для прогулок, то есть все очень грамотно построено. Вот. И самое интересное, что вдоль моря, кто любит погулять, есть шикарный променад. Можно ходить вправо-влево. Пожалуйста, гуляйте, наслаждайтесь видами моря, соседними отелями. Друзья, расскажу вам про историю вот этих экспонатов, которые стоят по территории, и вы их встретите довольно часто. Так вот, в 2021 году был сильный шторм на море, и на берег выбросило очень много различных коряк, вот таких вот элементов деревьев. И сотрудники отеля собрали весь этот мусор, и из этих прибившихся коряжек построили, выполнили вот такие вот симпатичные экспозиции. И по всему отелю вот такие вот стоят зверюшки. Итак, друзья, мы с вами двигаемся к морю. Здесь у нас по дороге к морю находятся а-ля-карт рестораны, вот такие лаунж-зоны, где можно посидеть, отдохнуть, ну, очень красивые. Здесь у нас находится еще один снэк-бар у моря. Здесь тоже можно перекусить. Смотрите, какие сосны шикарные. Воздух настолько приятный, вы знаете, я здесь нахожусь уже третий день, и первые два дня у меня даже голова немножко кружилась, потому что настолько много здесь кислорода, здесь такой невероятный воздух, вкусный, прям хочется его прям есть ложкой. Смотрите, какая прекрасная зона отдыха. Если на улице дождик, все это, естественно, накрывается. Посмотрите, какие шикарные диванчики, кресла с подушечками. Все удобно, все для гостей. Смотрите, какая красота. Это моя Мариночка. Снимает контент для турагентов. Здесь мы заняты каждый своим делом, плюс еще работаем. Ну и, конечно же, вам показываем красоту. Друзья, может быть, кто-то уже отдыхал в данном отеле. Напишите в комментариях, как ваши впечатления, что вам понравилось. Может быть, что-то есть, какие-то нюансы, что бы вы хотели улучшить. А здесь, смотрите, у нас находится прямо у моря главная сцена. Здесь много столов со стульями. И вечером гости здесь проводят время. При входе в отель со стороны моря также стоит вот такая экспозиция из коряк, лошадь. И вот, собственно, променад, про который я вам говорила. Смотрите, у нас и вправо, и влево. Есть шикарная прогулочная зона, где удобно будет гулять как и взрослым, и парам, и семьям с детьми. То есть вот этот вот момент, я думаю, он будет очень интересен многим семьям, потому что очень часто приходят запросы с таким моментом, что чтобы было выйти куда из отеля. Вот, пожалуйста. Друзья, все отели, которые находятся именно вот в этой части этого региона, они находятся как раз-таки через променад от моря. Это считается первая линия, это нормально, но есть вот такой променад. И сейчас мы с вами пойдем к морю. Это у нас пляж отеля. Обратите внимание, какие классные, качественные деревянные лежаки у отеля. Хорошие плотные матрасы.
И у каждого лежака есть QR-код, с помощью которого вы можете заказать себе любые напитки. И бармен вам принесет их прямо на пляж. Никуда бегать в бар не нужно самим. Посмотрите, сколько людей. Сегодня такая шикарная погода. Все лежаки заняты. Апрель месяц, друзья. И вот такое море у отеля. Заход у моря, заход в этом месте хороший, пологий, берег песчаный. И смотрите, люди купаются. В баре на пляже после обеда пекут вот такие прекрасные вафли, вкуснющие. Их можно сверху посыпать различными фруктами: киви, клубничка, орешки, фисташки, мед, нутелла, шоколад, все что хотите. И с чайком на берегу моря полакомиться вкуснейшей вафелькой. Друзья, это наша температура воздуха сегодня в Турции, 11 апреля 2023 года. Время 11 утра, 29 градусов. Вот такая красота. В отеле есть магазинчики, сувениры, золото. Если вдруг что-то кому-то нужно прикупить, это все здесь есть. А рядом с закрытым бассейном подогреваемым есть вот такая вот спортивная площадочка, где можно позаниматься спортом. Атмосфера в отеле расслабленная. Все загорают, купаются, отдыхают, наслаждаются красивыми видами и потрясающим запахом. Мы сейчас как раз-таки входим в зону апельсинового сада. И здесь просто начинаются невероятные запахи. Просто хочется дышать, дышать только на вдох. Очень вкусно пахнет. Посмотрите, какая красота. Такое яркое, сочное зеленое дерево. И такие красивенькие апельсины. Видите, цветочки? Вот как так? Дерево и цветет одновременно, и плодоносит. И такой запах стоит здесь волшебный. Смотрите, сколько их тут. Вы только посмотрите, сколько их тут. Обалдеть. Друзья, ну красота же. Пишите в комментариях, кто так же балдеет от апельсиновых деревьев, как и я. Просто невозможно насмотреться, надышаться. Шикарные ароматы. Как же вкусно пахнет. Сейчас мы с вами посмотрим ужин в отеле. Смотрите, какие красивые убранства по случаю Пасхи. Разные цветные яйца, кролики, дерево, украшенное яйцами.
Так, тут у нас с вами холодные закуски, хумус, всякие грибочки, картошечка, фасоль, морковка. Здесь у нас стол с соусами. Здесь у нас различные соления. Здесь у нас стол со свежими салатами, помидоры, различные листики, огурчики, морковка, перец. Так интересно, все присыпано мелким льдом, чтобы овощи оставались крепкими, свежими. Смотрите, сколько, какое изобилие зелени. Смотрите, какая красивая мята. Здесь у нас лимон, салатики. Рулет из индейки очень аппетитно выглядит. И картошечка-пюре с соусом. Здесь у нас рыбка дорада. Здесь у нас еще один вид рыбки. Здесь у нас гуляш. Здесь у нас говядина на гриле. Кстати, около каждого блюда стоит вот такое электронное табло, где на разных языках написано блюдо. Но в данном случае пирог со шпинатом. Здесь у нас помидоры, фаршированные с фаршем. Здесь у нас паста. Здесь у нас разный хлебушек. Луковые кольца. Здесь у нас спагетти, которые можно приправить вот таким соусом болоньез. Выглядит все очень аппетитно. Это у нас пакша отварная. И здесь у нас отварная морковка. Это у нас рис. И говяжий садовник называется. Что-то из говядины, какое-то сате. Курочка на гриле. Фрикадельки с перцем. Также есть стол для веганов. Здесь у нас по продуктам сате из грибов. Это у нас портулак с рисом. Это у нас капуста брюссельская. Здесь у нас сате из картофеля. И булугур. Так что, друзья, кто таким, для кого важно питание веганское, пожалуйста, в отеле оно тоже есть. Ну и традиционно, конечно же, как и в любом отеле, есть здесь сладкий стол. Здесь у нас уже очищенные фрукты, апельсины, инжир, сухофрукты есть, инжир, грейпфрут, киви, мандарины, цукаты, различные соусы, ванильный, вишневый, шоколадный. Поскольку скоро грядет Пасха, то везде в отеле вот есть вот такие вот яйца, зайчики. Их тоже можно брать и угощаться. Есть вот такие шоколадные муссы, пирог с лесным орехом. Смотрите, какой пирог. Весь усыпан фундуком. Это у нас чизкейк. Это у нас сырный пирог апфель. Здесь у нас тоже зайчики. Смотрите, какая красивая композиция. В яйце небольшие яйца и зайчик. Вот такой вот сладкий стол на ужин. Здесь у нас идет уже турецкие сладости.
пахлава. Кстати, вот из интересного у нас гранат уже чищенный. Ну и фрукты. Бананы, яблоки, груши, киви. В ресторане есть зона 16+. Если вы вдруг хотите покушать в тишине, чтобы вас не отвлекали чужие дети, то, пожалуйста, вы можете расположиться в данной зоне и поужинать. Друзья, на этом наш выпуск об отеле «Барут Химера» подошел к концу. Сегодня мы переезжаем в новый отель. Ссылочка на него будет вот здесь, мы их его прикрепим. Это тоже отель сети «Барут», «Барут Ару». Ну, а я хочу подвести итог по отелю и сказать, что отель мне очень понравился. Здесь невероятная атмосфера, потрясающая, шикарная природа. Весной в этом отеле особенно красиво, потому что в отеле целые сады апельсиновых, лимонных деревьев, грейпфрукты. Все это невероятно вкусно пахнет, очень красиво, ярко, сочно. Поэтому, друзья, всех вас приглашаю отдохнуть в этом отеле. Ну и, конечно же, за подбором тура обращайтесь ко мне по ссылочкам, которые я оставляю ниже под этим видео. Всегда буду рада вам помочь выбрать правильную категорию номера. Расскажу все, что знаю, поделюсь всеми секретиками. Друзья, спасибо. Хочу вас поблагодарить. Спасибо вам, что вы подписаны на мой канал. Кто не подписан, подписывайтесь. Обязательно оставляйте свои лайки. Пишите комментарии внизу, как вам обзор отеля. Ну, а я с вами не прощаюсь. И уже скоро мы с вами увидимся в новом отеле. Пока-пока!